А вот в Петропавловске паводком подтопило свыше 1200 дачных участков, расположенных в пойме реки Есиль. По информации сотрудников ДЧС области, там никто не проживает. Североказахстанцы предупреждены о чрезвычайной ситуации. Спасательные службы ведут круглосуточное дежурство. Под их пристальным вниманием сейчас села Байтерек, Тепличная, Соколовка, Заречная и Долматово. Именно в этих населенных пунктах пока не спадает уровень воды. Часть республиканской дороги, проходящей через поселок Заречный, остается закрытой для легковых машин. На месте дежурят спасатели, полицейские и дорожные службы. Автовладельцы пользуются объездной дорогой. В данный момент темпы подъема воды снизились. За прошедшие сутки в селе Тепличном и в селе ОУ города Петропавловска зафиксирован подъем 3 сантиметра всего. То есть ожидаем в ближайшее время пик паводка пройдет в Петропавловск. Вот, до конца недели где-то ожидаем. И потом будет постепенное снижение. Но в данный момент у нас не зафиксировано подтоплений именно домов в населенных пунктах. Единственное, что у нас все-таки дачные участки в определенной степени страдают. На данный момент у нас зафиксировано подтопление